Так, ну что, это отчет по второму месяцу, вторая неделя. Я играю берсерков, так как привычный мой темп, ну да, где-то там 80-100. Поэтому сразу понял, что это мой труд будет берсерки. И вот получается, что вторую неделю ничего не могу найти. Первую неделю, правда, я играл 4 дня. И не мог даже в темп войти. Ну, вообще не получалось. Даже получалось нервничать. А в понедельник, вот уже на второй неделе, получилось наиграть мотивчик. День-два играл. Все, продолжение. Пытался вставлять кэки-куки. Никак. Ну, думаю, ладно. Сегодня попробовал мотивчик из песенки одной. Нормально он тоже так лег на темп. Но опять все стоит на месте. Не получается. Вот играю. Эта неделя именно так хорошо, плотно наигрывая, ничего не получается. Видимо, это ну совсем для меня так в новинку, что вот так вот. Какие свои ходы дальше? Ну, буду, наверное, играть. Я даже не знаю. Пробовал экспериментировать. Пробовал думать. Заметил, что когда там думаешь, думаешь, там то, там это, еще больше отвлекаешься и уходишь в дебри. Ну, или как не... Да, наверное, в дебри больше. А именно вот уловить саму эту нить ритма не выходит. Продолжу. Вот закончилась третья неделя, началась четвертая. Наигрыш пока еще не нашел. Пробовал подняться в темпе до 250. Думаю, может, 210 вообще не мое. Нет, результаты те же. Спускался на 190. То же самое. Ну, думаю, да, буду на 210 искать. Третью неделю наигрывал не так активно, хотя настраивался так хорошо поиграть. Ну, как получилось. Получается, у меня волнами. Но под конец недели появился какой-то наигрыш. Совсем не тот, который был на второй неделе. Поэтому, конечно, совсем еще ничего не готово. Все очень сыро. Но, думаю, делиться надо все равно, как процесс идет. Поэтому сейчас наиграю, что есть. Целостные картины, понятно, пока еще не просматриваю, но... Я же говорю, мелодии пока еще не вижу.
Совсем не получилось. Сейчас еще разок попробую. Сейчас возьму паузу. Попробую настроиться. Кэки-куки 210 ударов в минуту. Пока так. До новых встреч.